Привет, девчонки! Приглашаем вас на работу в Фудбродайс, город Саранск. С нас гарантированно высокий доход. Работа с профессиональным хореографом. Обеспечение конфиденциальности и безопасности. Ну и, конечно же, веселый и дружный коллектив. Этот призыв потянул сразу на две статьи Уголовного кодекса России «Организация и вовлечение в занятия проституцией». Девушек в возрасте от 24 до 30 лет в этой сети склоняли к оказанию платных секс-услуг. Одним из сутенеров оказалась 29-летняя жительница Ижевска Юлия Юферева. Судить ее будут не вместе со всеми фигурантами уголовного дела, а отдельно, поскольку девушка заключила с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Органам предварительного следствия она обвиняется в том, что с января 2015 года до июня 2019 года с другими установленными следствиями лицами организовывала занятия проституцией в городах Саранск, Ижевск и Тверь. Пятерых девушек, как установили правоохранители, 29-летний работодатель вовлекла в проституцию постоянными уговорами и убеждениями. Возможности большого заработка. А вот шестую сутенер запугала, вследствие чего она неоднократно оказывала сексуальные услуги мужчинам за вознаграждение. Кстати, о доходах. Прайс в раю был на все. Например, один час с девушкой за пределами клуба стоил 10 тысяч рублей. Между собой эта услуга называлась «увольнение». И в интересах жрицы любви было, чтобы клиент заказал минимум 2 часа. Тогда деньги делились пополам. Организатор преступной группы содержится в следственном изоляторе. Уголовное дело в отношении него и других участников преступной группы в ближайшее время планируется направить прокурор района для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Сделка с прокурором, в отличие от подельников, позволила Юлии дожидаться судебного процесса под подпиской о невыезде. По совокупности преступлений ей может грозить до 8 лет лишения свободы. Анастасия Семушева, Павел Толобаев. Программа «Происшествия».